Ну что же, здорово. Мы на какой-то хуйне. Я подтащил дерево, все отлично. Ты со мной? Кстати, есть, я поставил ачивки, есть ачивка узнать, что случилось вот с этим псом. То есть, блять, мне кажется, он мертвый. Это и есть ведьма? Ты ведьма? Ну, судя по ачивке, мне так кажется. Саумил. Напрыгивай. Что, блядь, все дергаете? Jump up, boy. Там вот хули, сука, это хуйня, да? Тебе нахуй. Не like him either. We'll be out of here soon. Oh, shit! Воу-воу-воу! Блять! Давай, не останавливайся. Сейчас мозг как ебанет. Stay still, boy. Very still. Я так и думал.
like this is our stop. Hello? Anybody there? Давайте я угощение дам. Мы же столько здесь бродим. Come here, boy. Yeah. You want one of these, buddy? Да, то на печеньке он, блядь, сытый будет, конечно. Yeah. Ellis, what's going on? Are you okay? No, it's nothing. And everything. I know I'm not making any sense right now, but that's the thing. I think I'm starting to lose it, Jess. I see things, and I don't even know if they're real or not. I don't know which is worse. God damn it, Ellis. I can't do this again. I'm sorry, but I can't. Jess, please. I need you. You need help, Ellis. I tried to be there for you, I really did, but you keep pushing me away. Keep going deeper and deeper. Jess. No, Ellis, I'm sorry, but I won't let you drag me down with you. God damn it. Okay, I'm sorry, I'll call you later. Что-то звонила мне. Я думал, кости чит. Ты папоротник. Охуеть. Come on, look around, boy. Смотри, если мы что найдешь. What you got there, bullet? What'd you find? Давай мне. Что это у нас? Кто-то ж, блядь, печатал, да? Не писал от руки, а печатал. Я всегда считал себя разумным человеком, но мой так называемый разум одел меня слепцом. Так, я не хотел верить, я был готов смириться с собственным безумием. Только бы не сталкиваться с правдой. Но теперь я начинаю замечать. Чем дольше я в этом лесу, тем яснее все становится. Еще несколько дней, еще каких-то несколько дней, и я его выслежу. Кого? Кто? Кого? Че еще, малыш, есть че еще?
Так вот еще надо фиксы всякие с песиком, блин. Потому что пес что-то уж, блин, затупать любит. Hate when people do that. Ну-ка, я не утону. А, я не могу туда идти. Вода прозрачная, поэтому чистая, кристально чистая. Потом там можно увидеть. This is it. The place we were looking for. Да ты тише, малыш, что ты гавкаешь, сука? Да, 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 я здесь. Ну. Нас же запалят. А мы, как обычно, не умеем драться, хоть солдатом играем. Сука, стоит. Ой, сельский туалет. Блять, статуэткой на жопу подтирал, а я ее подобрал. Ну ебаный ты в рот. Пиздец. Hey, sorry to bother you again. It's all right. Wasn't doing much anyway. Everything okay? Oh, yeah. I'm just learning the basics of wood cutting, apparently. What? It's, yeah, not really that interesting. And I'm hoping it'll lead me to the kid. Still searching, then. Yeah. I think I'm really close. I hope so. I will. Call you later. Bye. Так, ну что ж, начинаем. It's old, not abandoned. Someone lives here. Так. Два типа, да? Один охотник, второй жертва. Yeah.
this again. Так, опять замок с какими-то паролями. Heel! Pull it! Так. Come here, boy. Что там, малыш? А вот и печатная машина, ага. Уже объясняет. Ой. Разрабы. Три, два, четыре. Я увидел не ведьму, не монстра, а человека. Мужчина нес содранную человеческую кожу. Он меня видел и теперь идет за мной, Карл. Там вот кровь капает. Сука. Три, три, два, четыре, да? Сейчас будет что-то, от чего можно обосраться. Так он это глюк.
multiple cuts, probably a long blade. Badly mutilated. Let me just... What? What? How? Jesus Christ! What the fuck just happened? Son went right into the collarbone, pulled him in, and his face. Tap. Айфон, там ему руку пили. Я на что-то должен сделать. Завалил сюда, да, Баша? Bullet. Who the hell is? Heal. Come here, boy. Блять. Сука. Ты, блядь, уебан. You killed Lanning. Did you see her? What? When you looked into their eyes, did you see her? But where's Peter? What have you done to him? It's not time yet. Stop messing with me or what? You kill me. Killing is always the solution, isn't it? But you're far too weak, too scared. And your hands are trembling even now. Yeah.
Да вали его нахуй. Блять. Has to die. Such is her will. Да. Мы играем солдатом. Ну, блять, ну почему? Взял бы его, отъебашил. Где мы его должен тащить? Как ты вообще забрался кого-то искать, если ты, блядь, такое дерьмо? Вообще не понимаю. Все, пизда нам. What are you doing here, private? It was me, sir. What was? Elijah Five. I was the point man, sir. What are you trying to say, soldier? I let those men into the ambush, sir. Nine injured. Six dead. Six grieving widows. Nine orphan children. One negligent soldier. Should have been court-martialed. I couldn't stay. Not after that. It wasn't your fault, Ellis. Easy. So easy. Oh, you're so weak. I was weak like you once. See this knife? I remember holding it against my wrist, pressing it deeper and deeper, wanting to end it all, to silence the voices. Weak, pathetic. I should have listened from the start. That's what set me free. You'll understand soon enough. Типа я стану таким же, как и ты, что ли? Так, что за видение? Это не Джесли? He's gone. He dragged me out here and just left. What do you want? Something's waiting there for you. I have a bad feeling about this. Creepy. Стрёмно. Son of a bitch. Fucking bastard. Wait, what the hell is this?
It's all rotten. But how? It would have taken years for it to get this bad. Так, пациент пришел на ежемесячное обследование в связи с неврозом, тревожностью. Похоже, он себя контролирует. Родители своего друга снова ничего не говорит. Ухудшение диссоциативной амнезии. Честно говоря, этот пациент начинает меня беспокоить. Все уже об этом забыли. Но тот факт, что он не говорит о лесе, кажется немного жутким. Он заинтересовался походами, охотой. Ему предложили стажировку в другом штате, но он не хочет уезжать из города. Что-то здесь его держит. Ты болен? You got nothing? Так. Aren't you a handsome boy? Бля, я не знаю, что делать. Хуй-то, что ли, забить? Ладно, на этом тогда все. Давай, счастливо. До свидания.